Меня зовут Наташа Долганова. Сегодня мы сделаем один опыт. Называется он «Взрывной взрыв». До этого нам понадобится молоко, глубокая тарелка, там, палочка, чтобы смешивать, зубочистка, фэри, краситель, пипетка и очки. Сначала наливаем молоко. Наливаем, налили. Теперь открываем красный цвет. Папа, откроешь, пожалуйста. Папа сейчас нам откроет это. Вот, папа открыл. Теперь берем пипетку. Вот так делаем. Набираем. Вот столько капельков. Оставляем. Теперь мы размешиваем. Мешаем. Мы размешиваем, короче. Кладем палочку. Теперь берем зубочистку, делаем вот так, и вот что происходит у нас. Видели, что у нас происходит?